Думаю, чтобы поднять боевой дух, нам нужно кодовое имя для нашего элитного отряда. Ты хищник, и эти испытания — твоя добыча. Вы маленькие машины для убийства, верно? Внимание! Мы должны победить врага. Мы здесь не для того, чтобы слушать, как вы с шипением плавитесь в кислоте. Да, торопиться не надо. У нас еще куча времени поубивать друг друга. Привет, имбецил! Прекрасно. Потрясающе. Как сделать из слюнтяя машину для убийства? Собираюсь убить тебя, чел. Извините. Ты попала в ловушку. Отлично. Прощай. Рада, что вам понравилось. Ведь на это и понадобилось время. Это было жестоко, но очень правильно. Я не стану поздравлять тебя за это. Очень хорошо. Мне приходится очень нелегко. Поздравляю. Отлично. О, я могу этим заняться. Я не чувствую себя поврежденной. Ну и ладно. Ничего личного. Просканируйте его. Огонь. Радует, что вы стали машинами для убийства, как я и хотела. Смотрите, кто у нас здесь. О, какая гадость. Сюрприз. Ты попала в ловушку. Прощай. Ничего личного. Это было жестоко, но очень правильно. О, я могу этим заняться. Ну и ладно. Прекрасно. Недурно. Рада, что вам понравилось. Ведь на это и понадобилось время. Привет, имбецил. Очень хорошо.
Это вызывает недоумение. Поздравляю. Давайте посмеемся. Прекрасно. Потрясающе. Поздравляю. Отличная работа. Я не нервничаю. Имей это в виду, я не спешу. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. Это даже немного впечатляет. Вот он. Я собираюсь убить тебя, чел. Мне тоже нравится. Я собираюсь убить тебя, чел. Теперь он больше не оживет, так скажем. У нас большие проблемы. Мне приходится очень нелегко. Хватит праздновать. У нас много дел. Сюрприз. Хорошая работа, убийцы.